Всем привет, это Лавтия Сага, и сейчас будем играть Йосен Могис 2. Будем играть, я скинул видео новости Микуя, есть спутник. Люди посмотрели, тот может посмотреть, написал комментарий, сейчас выйдет новости. Плутон, есть два спутника, но когда я добавил Плутон, один спутник Харон. Так он вращается, хорошо, давайте нажмем. Вот так хорошо вращается вокруг. Ну, ясно дело, замерзли. Сейчас мне брать этот, нагревать немножко температуру, чтобы не замерзали. Видите? Вот так. Вот так. Смотрим. Давайте холом нагреем. Когда ясно будет крутиться, вращаться. Тихо. Вот таким стал. Так. Холом. Вот он так белый пост такой будет. И сейчас будем займаться. Холом назвал по-русскому. Потом Плутон закрытый. Наберем. Так. Сейчас. Харон. Ё-моё, ещё улетел, блин. Ну зачем я сделал, а, блин. Вот это да. Приходится мне заново создавать. Харон, блин, а. Что я поступил, а? Сейчас, ребят. Так, будет вращаться? Да, вращается. Тихо. Так, ну давайте напишем Харон. Ну, если почему-то коробик меняет цвет. Харон. Вот Харон. Только не включать его, чтобы он улетел. Я убрал. Вот, сейчас второй создам. Обычный. Так, а как назвать? Я вам скажу. Ой, тихо, чуть не нажал и столкнулась. Вот Плутон, а вот Харон вращается. Если Плутон закрытый, не... вот так у меня вращается Харон. Тут крутится, ветится. Уже ясно замерзает. Блин, я не дам им замерзать. Я ему надам нагреть ему температуру. Ну-ка. Еще. Даем уже здесь сейчас. Все, сейчас делаем. И создаем еще Плутон. Есть два спутника. Я не имею два спутника. Вот. Так скажем, Плутон сейчас Харон. Я с ним не будет никогда, потому что Плутон имеет один спутник Харон. Крупный спутник, я так понимаю. Так, стоп, куда я нажал? Не нашел? Ой, я думаю, нажал. Зачем? Не показалось мне. Плутон этот. Понятно. Давайте создам. Не режется. О, уже крупный этот спутник. Повозьми с Плутон. Да ё-моё, а куда мне ставить? А, стоп. Вот так, все. А вот этот. Они будут вращаться? Ё-моё, а, блин, столкнулся с ними. Да не... Ну так, еще он стал с земли еще как. Ну, что-то... Блин, ну, ребят, извините, так назовем. Так, Харон напишем. Блин, я так и знал. Блин, столкнулся. Он написал уже Харон. Чего столкнулся уже, а? Могут столкнуться. Вот уже тот. Палочка красная вес, а? Блин, замерзел. Халон. В общем, замерз. Давайте накинем два спутника Плутона. Блин, хотя долго будет. О, уже так. Маленьким обычным. Нельзя создать Плутон. Два спутника, что ли? Да, затокнется с этим.
спутником, блин. Ну-ка, как будет вести? Куда он улетел, непонятно. Блин. Куда он улетел? Я только, блин, знал, а? Где улетает, а? Больше не мнется этот спутник. Вот хитрый какой, а? Кто-то улетел и все. Да. Но надо еще накинуть спутник. Почему они? Че у меня с палочкой, эй? А? Да его нет уже, да нет, давайте. Вот он. Так, Плутон. Вот. Плутон. И поставить не нужно спутник. Ну почему? Убитую из меня вот этих спутников я не должен, блин. Вот показывают сверху, он стокнется с холоном. Это не хорошо. Вот сюда спать. Блин, нехорошо, стрелочка. Куда он, в общем, не по это покажет? Он стокнется. Да я знаю, блин, стокнуться он с ними, а. Создал камень. Не будет? Да блин, ё-моё, а. Ребят, извините. Из-за того, что нельзя спутник ставить, там Плутон и Харон. В общем, смогут столкнуться тихо. Могут столкнуться птичьи. Вот так, могут столкнуться. Нет, это могут столкнуться, блин, это плохо. Вот так ты добавил, блин, стрелочка, нехорошая такая. У меня, блин, изменяется когда-то, да? Вот, видите вы. Так, вот. Конец, закрытый Юпитер, блин. Не откроешь никаких, я смотрю видео у них, эту игру. И Sandbox 2. Вот, смотрите, это не чудо. Вы знаете, это что это? Йоу. Йоу. Ребят. Харон стал горячим быть теперь. Уже он вставает. Плутон немного нагрелся. Вот причем, зачем я поставил. В общем, давайте сюда. Как будет? Ё-моё, вот, а, блин. Блин, столкну их, а он из-за того, что Плутон столкнул их. Давайте туда, тёпятиться туда. А-а-а, понятно, в общем, тёпятиться туда, нифига себе, а. Ого, ещё стал горячим, блин. Это туда, блин, нифига. А чё, он горячим станет? Давай, тебе... Крутят ветер тебя, эти круги, их непонятные, это дыря тебя обижает, Плутон. Блин, ну что же мне, Плутон, что ли? О, вращается Плутон, этот, круги такой, ша. Я не знаю, это по агрискам. А можно как-нибудь их назвать? Да скажи. Я так придумал, давайте назовем их, так скажем, Харон. Харон, то что я назвал это Куру. Так, не надо, да ё-мо, куда я переключился-то? Улетели, ясно, дело. Вот Плутон, а мне нужно это. А вот он крутится, ветрится. Так, так скажем, назовем камень. Но постоянно так назовем камень Плутон. Да куда я нажимаю это видео? Вот, смотрите, вращается Харон, и вокруг еще камень Плутон вращается на Плутон, да? Вот видите вы, а это круги, шар так крутится. А Харон тут убегает. Вот, летит туда, вот Плутон. Вот так я, понятно, все сделал. Но я так и знал, что они могут столкнуться с ними. Столкнуться могут.
И то из-за того, что спутника я поставил Харон, и не удержит Плутон, что он слабый слишком Плутон. Так он не удержит, блин, плохо. Я так и знал. Масса такой маленький какой, а? Вот так. Ну что ж, ребят, надеюсь, второе видео выйдет. Ну что ж, заканчивается уже. Ну что ж, с вами был DSSaga, я играл. Да, и Yosemox 2. До скорой встречи. Пока-пока-пока.